И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Азартный Богданчик, и сегодня мы играем в слотик Hot Fiesta. На балансе у нас сегодня 500к. Играем совершенно на проекте Комета, ссылочка на проект в закрепленном комментарии. Дают до 500 халявных фриспинов и плюс 255% выполнению. Без отыгрыша. Кому интересно, можете попробовать, но я вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает, а мы будем начинать. Так, ну сейчас что? Все, поехали. Теперь я заряжен, короче. Надеемся на занос. Надеемся на X-тыщеночку сегодня отловить здесь. Разнести эту гребаную ход фиесту. И радоваться жизни. Так, по спинам. Ну, блядь, минимум уже 10 спинов у нас. 12 пойдет. Хорошо. Такое мы любим. Такое мы любим, такое мы одобряем. Главное теперь накидать хотя бы, ну, блядь, плюс-минус... 2-3 пиньяточки, чтоб летало бы, и это было бы просто превосходно, это было бы вкусно, восхитительно, я бы сказал даже. Но пока что это похоже на 0. Чисто 12к, сейчас 11-250 надаст, чисто минималку, блядь. Похоже прям очень сильно на такую бонусную. Ну да, 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 да. Тут даже минималки нету, я понял, блядь. Спасибо, родной, красавец. Блядь. Начало, конечно, просто восхитительное, блядь. Поддержим, поддержим, блядь. Лайком такие бонуски. Чем чаще такие бонуски, тем меньше роликов у меня выходит. Так что, блядь, ну чё-то я не удивлен. Давай, вот. Ну, 13, блядь, несчастливое число. Ну ладно, ладно, ладно. Я запомнил то, что 13 несчастливое, только чисто по собакам. Так как собаки в последнее время на таких спинах оно просто не играло. Так, первая есть, пойдет. Па-па-па-па-пам. Ну, одной мало, блядь. Одной мало, нужно еще как минимум две. Хорошо. Так, будет еще ли одна? Еще одну нужно, брат. Блядь, это даже не обсуждается. Обязательно и по-хорошему бы на X3. Ну ладно, ладно, ладно. 5 спинов, 3 пиньятки. В принципе, это неплохо. По идее, это будут бабки. Так, почти что X50. Все, X50. Ну, блять, ладно, округлим до X50. Хер с ним. Так. Ух, ё-моё. Да это ж, блять, будет бабки, по идее. Тут бабки не ходи, нахуй, будет занос. Сколько? 30-ка. Ну, 12. Ладно, более-менее. Более-менее. Последний спинчинский у нас остается. И, ну, блядь. Выстраивает он, конечно, сногсшибательно, блядь. Это даже не окуп. Минус 7, 7, семерочка. Минус семерочка. Ну, бывает, бывает и такое. Поехала за 75-ка бонуска. Сейчас будем разносить 100%. Должна хоть феста раскрепоститься и дать нам... 1 миллион икс. Сколько здесь минималка, блядь? Ой, минималка, максималка. 5000 икс, блядь. Да, да, да. 11 спинов. Ладно, 11 спинов. Это уже не 9 и не 13, блядь. Потому что 13 нам хер когда везет. Так, первая есть. Пойдет. Еще... Еще, братик. 4700, блядь. Ну, пока что прям... Пока что это похоже на очередной проигрыш. Хотел ругнуться, но не станем. Так. Под X5, нихера себе. Ну, блядь, если линии будешь выстраивать, возможно, будут бабки. Блять, на таких линий, брат, нету. Надо вот сюда, сюда и сюда, по идеалу. И последний спинчик у нас, оказывается, и... Ой, бля, 17к, я понял. Даже опять же, не половина, нахуй. Он чисто в нулину хавает. Давайте попробуем чисто одну вот такую вот взять. Чисто как прикормочная будет, а после нее возьмем опять же 1080 плюс-минус. Давай, чё по спинам? Девятка. Так, опять 13. Ой, хорошо, 15 спинов, блядь. Ну ладно, почему нельзя было так в такой, в... Чуть-чуть подороже бонуски? Ну ладно, смотрим.
Так, X5, шторы, это по идее очень хорошо. Это по идее очень хорошо. Еще пару поставишь. Но это уже 1020. Ой, бля. 1005. Я что-то по ставке промахнулся, блядь. Была бы ставка чуть-чуть больше. Ну вот как мы покупали за 80, за 70, да. Так, блядь, ну по спинам 8 спинов, шторы у нас есть. По идее это будут бабки. Ой, девчоночки играют. Хорошо, это топ-символ. Ну, блядь, 7200 уже дает. Ну, блядь, x100 минимум сегодня будет. Еще 1007. Ну, 6600. Мало, 26. Ну, блядь, 35. В худшем раскладе 35к поставят. Самым худшим, если сейчас вилды будут по-убогому соединяться. Ну вот фул линия королей пойдет. Значит, 45 тысяч даст. Да ладно, это деньги. Это будет минимум соточка, дорогие друзья. Сейчас оно нам даст, если, блядь, не начнет раскидывать их по... Символ и шлак. Символ и шлак. 69. Последний спин, да? Девчонка играет, это бабки. Это сотка. 90 тысяч пойдет. Пойдет. На покушать выиграли. 389 тысяч. Хорошо. Хорошо. Давайте тогда, знаете что? 300. Ну давайте тогда за сотку. Я думаю, 11 тысяч она даст. И ровно у нас останется 300 кассиков. Даже в самом-самом-самом херовом раскладе. Ой, господи. Давай, родимый. Так, ну, бля, 13. Ну, 13 спинов, ладно, ладно, ладно. Ну, блядь, вот если бы мы за сотку такую бонуску бы сейчас взяли бы. Ой-ой-ой-ой. Это было б смак. Ну, 3200, ладно. Ну, бля, ну, чё-то ты прям очень как-то хреново играешь, брат. Прям, ну, одной мало. Одной вилдихи это мало. 4500, слабо. Слабо, и кажись то, что лучше уже не будет. О, ну, блядь, за спин сразу две пиньятки, это, конечно, круто. Ну да, ровно 300к у нас уже есть. Что-то еще будет, вопросик. Ну, блядь, такое себе. 31x, прям, блядь, такое себе, брат. Прям очень такое себе. Поехали, за 125к бонусочку берем. Ну давай хоть Фиеста ТМ, брат. Ну сегодня ты должен, блядь, дать занос. Должно сегодня нам кинуть X, хотя бы X-тыщеночку, блядь, по такой ставочке. И это было бы просто идеально. Так. Ну, бля, опять 15 спинов. Ну может же больше, может. Но не захотел. Так, ну вот по такой ставочке, по спинам прям идеально. Так, первая пиньятка есть. Давай сразу же вторую. Сразу же нужна вторая пиньята. Плохо. Плохо. Пока что прям очень плохо идем, блядь. Но с одной пиньяткой... Каждая сокровочка на X2, но это такое себе. О, хотя бы более-менее. X10 уже есть. Так. Ну, ёптать, ну дай штор, блядь, пожалуйста. 25 тысяч, мало. X20. X30. Ну, плюс-минус, я говорю. Ну, мало. До половины тебе еще, ого, сколько, блядь. Еще столько дать нужно. Столько же, сколько уже дал за один спин хотя бы. Так, 45 тысяч, и последний спин у нас. И, ну, блядь, ну ладно. 246к остается. 246к, блядь. Ну давай. Я не против, нахуй. Я чую то, что ты сегодня должен что-то нам дать. Поехали. За 150к берем. Ровно соточка у нас в любом случае остается. И тогда уже будем думать. Если сейчас вообще ничего не даст.
Так как она бывает такое делает прям, блядь, частенько, когда чисто берешь же алыном, она ставит просто ноль, блядь, и все. Просто нолик, и все. Так. Ну опять же с 15 спинов. Блядь, ну по спинам у нас прям все идеально. Так, с первой же спина сразу же этот гребаный, как он, блядь, пиньятка. Кобылка сразу же ставится, пиньяточная, блядь. И теперь нужно бодренько-бодренько ставить хотя бы по одной в каждые два спина. А то это может закончиться прям, ну, более-менее. Ну, чисто как нет, уже не как предыдущая бонуска, блядь, хотя бы один на x3. Если сейчас еще одного кинет, либо двух, нахуй, это будет очень много. Блядь, да, с королей из тузов уже дает найс сыгровочку, охренеть. 76, ладно, не окуп, конечно, пока что, но... Ой, хорошо-то как! Опа, 175 тысяч. Окуп. Пошел окуп, и у нас теперь 4 пиньята играет. Ну, 200к минимум дает. Минимум 200к у нас еще... Блять, символ. Какой же символ шлак? Ё-моё, блять. Ну, дай топ, девчонок. Блять, ну ладно. Ровно 300 касиков у нас на балике. Ровно 300к на балике. Поехали за 175к. Чисто уже идем на повышение. Надеемся, что она чисто подряд может сыпануть прям охеренный бонус. Давай, чё по спинам? Давай еще раз 15, я не против. Блядь, я думал опять 15. Ну, 14 тоже неплохо. По идее, неплохо. Но вот шторы, блядь. Вот если бы шторы бы стояли. Ой, шторы. Пиньятки, было бы вкусно. Одной на x2 мало. На x3 тоже мало. Мало. Нужно больше пиньяток. За 200к, если бонуску возьмем сегодня, будет неплохо. Мы дороже возьмем. Ну, родной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, блядь. Ну это супер сыгровка, это мало. Ну ладно, 211к пойдет. Линию, пожалуйста. Блять, ну это шлак. Блять, вилд не соединился на x5. Вот сюда бы хотя бы на x5 бы кинуло, были бы деньги. О, блять, сколько балек у нас? Что-то, блять. Пожалуйста. Давай четвертую окупную, блять, дай 500к на балике, чтобы было. И все, нахуй. И мы просто ложимся спать. Блять, ну каким-то чудом, я тебя прошу, брат, ну каким-то гребаным чудом нужно нам занести. Ну, блять, 13 спинов. Число несчастливое, возможно, сейчас мы очень сильно пожалеем. Мимо. 3 спина пустых, блять, вилдов вообще нету, нахуй. Ну, кажись, да, кажись, я сглазил, блять. Сгазил, нахуй. X3 мало. Ну, X3 слабенько прям, блин, слабенько. Ну, более-менее. Ой, блядь, ну это хороший спин. Пойдет. Да, не окуп, но, блядь, сыграла какая-то херня. Так, чисто 50-50, блядь, по чуть-чуть, нахуй, а уже почти что окуп. А стояла бы 3 вилда бы, да или же закрыла бы, да это вообще было бы тьма денег. Но это плюса, опять же. Это опять же плюса. Поставила бы 500к на балик, блядь, я задумался бы над остановкой. Ну 400к, блядь. Ну пока что, ну чисто, ну, блядь, держит.
Даже не держит, но поднимает так. Ну, блядь, я думаю, сейчас она рано или поздно подосрет знатно, и мы успокоимся с такими сугробками. Так, ну ладно, уже не 9, уже 10, 11 и 12 спинов, ладно. Так, блядь, ну давай, давай, родимый братец, что ты, блядь. Опять же, старт очень сильно убогий. Даже хуже, чем предыдущая бонуска. Именно по старту, не по сыгровкам, а по старту. Ну да, 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 это X3, блядь. Вот это неплохо, нахуй. Вот такие бонусы мы любим. Вот такие бонусы мы поддерживаем. Поехали. Алын, дорогие друзья, на этом канале наконец-то наступает. И будь что будет. Ну, блядь, что-то прям... Как-то... Нехорошо она начала играть. Прям что-то... Прям она у нас... Оп, оп, и все, нахуй. Но 13 спинов, опять же, несчастливое число. Сейчас она опять нам это... По самой небалуй даст. Так, они, ой-ой-ой, естественно, блядь, ты забыл, что такое пиньята, нахуй, я понял. Тебе нужно напоминать, блядь, спасибо за X3, ну сколько ты дашь? Ну дашь ты 1030, блядь, и на этом все. 8400, ладно. 8600, круто. Да, уже. Чисто две бонуски подряд. Нулевых, нахуй. Ну, и как я и сказал, чисто тридцатку она дает. Чисто тридцатку она как-то навалила. Давайте мы, блядь, с двойным шансом. Быстрая игра. Тут чисто интересно только байты посмотреть. Потому что если байт она ставит... Ну, типа байт, во время байта можно понять, будет бонуска или нет. Но я думаю, по такой ставке мы байт хер увидим. Даже хер услышим, блять, он даже не появится, как мне кажется. Но в любом случае... Так, последний спин и... Ну да, чуточки не повезло. И все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем заносов и пока-пока. Желаю, блять, не играть как я, играть потихоньку, помедленнее. А если вообще не играете, то и не стоит начинать. Всем удачи и всем пока.